О, да, детка, привет тебе. Я Коперник, и я отдохнул, так сказать, после на прошлой записи серии. Подкрал пару ящиков, в ящиках выпало одно говно, какие-то раскраски. А, прикольно, босс. Отлично заспаунил. 10 из 10. Спасибо, ребят, спасибо большое. Но у меня запись бухнулась, точнее не запись, а игра бухнулась, и, соответственно... Такая печаль-беда. Отдохнувший, пободревший, так сказать, с новыми силами. Эх, погнали. Ну давай же, ну давай. О, другое дело. Бой закончен. А, прикольно. Ну ладно, ждем. А вот здесь мы сейчас и поиграем. А, так, насколько я видел, здесь куча людей поумерла в прошлый раз. Куда? Ты серьезно? Ни хрена себе. Вот это серьезно. 600 нужно было папину купить, но она печальная, она унылая, и я лучше одну куплю. Так это раз, два, три, четыре, пять. Все, и 500 останется. Будем. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем убивать. Обглоданный кот какой-то. Нифига тут все в пердеже в каком-то. Время истекло. Идите убивать мутантов. Ну и где они? Купар стелится, прикольно. Классно сделано. Он уже вижу, что-то летает и залетает, вылетает. У-у-у-у, ребята! Пошли-ка в срань! Ну же! Срань, блядь, вонючая. Чуть-чуть, что такой... Что ты такой злый все, а? Пардоньте, я пока патронов чуть-чуть возьму, с вашего позволения. А ну-ка, говно ссаное. Ну! Бессмертный шульп он такой, а? Ну же! Ютиль, это он жесткий пацанчик. А ну-ка, ша. А чё у тебя это глаза тут горят, а? Мне очково, ребята. Так нечестно. Понятно. Так, я за патронами, у тебя есть патроны, я видел. Я это видел, я это знаю. И я, походу, дело уменьшился слегка, да? Как пеструн на морозе. Так. Держим оборону на этом этаже. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет красиво, ёпта. Фу! Не выдерживаем ворона на этом этаже. Попробуем. Так вот. Отлично. Самое бестолковое оружие на первом уровне, мне так кажется. Текс. Фух! Оу! Полет шмеля! Рада, что вы справились. Идите в кабину за снарядом. Слушай, неплохо заработал, 1300. Я, наверное, даже могу коллаж взять. А в бою вы потеряли нескольких товарищей. Уи! Прикрывайте друг друга. Еще ниже. Ты серьезно? А, вон, я нормально. Все хорошо. Заходите в магазин и улучшайте снаряжение. Это снаряжение, мне кажется, уже не улучшить. Блин, компот чуть-чуть не хватает. Сюда опять идут мутанты. Как говорится, собирайте вещи. Попробуем еще немножко денежек запросить. Если дадут нам деньги. А мы смотримся в полной себе, как команда.
боезапас проверили? Так я и знала. Ребята, сатыга, ссаная сатыга. Последний шанс. Мне кабину отключать нужно. Предлагаю вам купить броню. О, боже. Предлагаю себе купить калаш. Не выебываться. Кабина закрыта. Пойдите, отличитесь. Оу. Братишка. Ну, слушай, калаш намного поубойней будет. Да, у него нет гранатомета, но он тоже неплох, между прочим. Вот как неплох. Кто там? Ох. Лечимся, 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 лечимся. И отбиваемся от этих псов вонючих. Да что тут происходит-то? Ох, 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 просвистело. В паре сантиметров. Ой, свой. Это свой. Это все хорошо. Это хорошо. Да как? Да как, сука? Да каким, блять, хуебрыл делай? Блять, сука. Слов даже нет, серьезно. Мой калаш пиздатый. Вон он такой валяется. Охеренный пиздатый калаш. Спасибо. Заебись. Просто 10, блять, из 10. Ладно, ладно. Да нет, что-то карта такая себе, да? Такая себе. Столько оружия разбросано. И маленький бурильщик ходит. Можно я кому-нибудь отчечу за бурю? Выше не поднимусь, но неплох будет, неплох, неплох. Какой, наверное, бурильщик такой злой, маленький, бежит, как маленькая собачка. Орёт, ну в кустах спрятался. Ой, что тебе спрятался, молодец. Какой миленький, какой маленький. Я бы такого себе домой бы завел, он бы мне пяточку чесал. Дядетка. Ну, что-то как-то... Дом на ферме, ну, давайте дом на ферме. Всех вынесли наши, к сожалению. Увы и ах, бывает, бывает в жизни. Огорчение, так сказать. Ну вот, с самого начала попробуем. Текс. Одну патрончику и... Отлично. Головушки и буйно отлетают на раз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чё это мне вертите? Я что вам? Ах, сука. Ты какой маленький, какой вонючий, а? Где ты? Начало приличное. Скажем так, вы размялись. Так. Ох. А чё у них такие глаза-то светятся? Это какие-то приколюхи специально обученные у них, или... У них же не, всю, не всегда глаза светятся, серьезно. Не всегда, не ври, не ври. Отлично, придется учиться стрелять без прицела. Прицеливаться с этой сраки крайне не... О, понятно, пардоньте. Молодой человек. Кто вам такую шапочку пиздатую дал, молодой человек? Ох-ох-ох. Оп. Пук. Все, вот тому. Тоже навесим. Хедшотик. Ты че, ты че, ты че, ты че? Что ты так запиливаешь-то, закидываешь, а? Ну, хуярь его ножом!
Отлично, патронов больше нет. Печально. О, что? Улетел куда-то бомжонок. Странно, но ладно. Где наши все остальные? Объясните мне, пожалуйста, почему, сука, здесь вдвоем отбиваемся от всех орд, волн и т.д. и т.п. Может быть, есть у кого-нибудь патрончики? Нет? Нет желающих опатронить? Да иди ты мой, чувак! Чего ты? Оп, завалили. Так, где там еще один? Где-то здесь шляется, да? Заперси. В одни щи сидит. Где он? А вот он, где-то тут. Давай открывать. Это последний монстр. Идите к указанию. Он был мой. И пополняйте запасы. Оп. В тот раз никто не погиб. Чудесно. Так-то лучше. Да, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Что 91? Ничего не купим на него. На эти деньги. Булпапин единственное что. А потом, если мы купим булпап, мы не купим вот этого, да? Давай вот так сделаем. Надеюсь, на какое-то время хватит. Ненадолго, но хватит. Надеюсь, к следующему раунду накопить уже неплохо. Так, деньжат. Купить что-нибудь нормальное. Задело, друзья мои. Ну так, где вы, друзья мои? Мертвый, ёбаный шкаребаный. Лежать, сидеть и не вставать. Лови соплю. Сопля. Вы сократили их поголовье, но их еще очень много. Ну ж не говори. Где? Ага, вижу. Ух ты. Ну-кша. Отлично. Полечимся чутка. Очень неудобно здесь, конечно, прицел. Но что делать, что делать? Делать-то нечего. Здрасте! Молодой человек, вам кого? Сука, вам кого? Молодые люди! Че? Сука, он ко мне в дом забежал. Он чисто по своим параметрам не смог бы пройти в дверь. Как так-то, блядь? Что это за жизнь такая беспонтовая? Ладно, ладно. Ладно, ладно. Сейчас мы с этим разберемся. Сейчас что-нибудь придумаем. Эх. Бомжуем. Сегодня мы с тобой бомжуем. И денег снова не хватило. И ни на что вообще не хватило, серьезно. Ни на что. Э, братишка, ты чё? Ну-ка, обратно пошел. Там еще вас много, не? Ух ты! Берсерк с двумя мечами уже кого-то завалил. Не особо круг. Не так уж ты и метко, как хотелось бы, да, чувак? Ой-ой-ой-ой-ой, вонючий-вонючий пес! Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Давай же! Живи же, блядь, живи, сученька! О, УЗИшка! Так, я вижу, там лечатся. Там лечатся, я видел. Я не видел у вас там лечебную пердёж. Мне сейчас раздерут жопу, если я не полечусь, серьезно.
Бегом, 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 сученька. На второй этаж. Да стреляй, ёбаный пиздец! Блядь! Понимаешь, в чем здесь печалька? Я не могу выжить, потому что у меня плохое оружие. А чем чаще умираю, тем у меня хуже, меньше денег, соответственно, тем меньше я могу купить оружие. Вы погибли. Это... Это стоит денег, знаете? Это замкнутый круг. Серьезно. Пока все хорошо, но... Из меня все говно выбили где-то тут, нет? Ничего не видно. У нас почти не осталось времени. Пардон. Возьмите броню, если, конечно, вам. Тут как бы явно без вариантов. Ну все. Я хочу накопить на нормальную, блядь, пушку. Сушки. А не с этой херотой все время бегать. Ну-ка, физичность колеса. Никакой физичности у этого колеса. Пум. Прикольно, так шлепает пуль, так... Пардоньте, пардоньте. Ой, забивальщик, разбивальщик. С вашего позволения, дверку тут прикрою чутка, да? Надеюсь, все будет хорошо. Может, хватит, блядь? Да что за пиздец такой, а? Ты пиздец какой-то ощутил. Из этой комнаты, блядь, не выйти, сука! Говно карта, давай другую. Вас богатым не назовешь. Ух. Сделайте что-нибудь. Что-нибудь. Ух ты! Карта какая-то уже знакомая, нет? Не кажется? Сталкерушник. Сталкеруха. Вот так. И достаточно. Для второй волны этого более чем достаточно. На подходе еще, говорит, мутанты, да? Ну ладно. Уже понеслось, да? Какие-то цвета здесь очень странные. Как будто попал там в игру с 90-х. Еще и текстуры, ты посмотри на эти, а? Тетя! 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 Мамзельки! Ой-ой-ой, все в говне, блядь, сука, грязь, мразь, ого-го. Угу, понятно, слушай, неплохо они окружают, умеют же. Ну, нанозапильщик, меня нанозапилил. А ну-кша. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребят, не-не-не-не-не. Отступаем. Да откуда-то, блядь? Какой нахуй элитный ползун? Какой сосун? Блядь, вы ебанули, что ли? Откуда взялся? Ёб твою математику, блядь. Срака межбулочная грязь. Ну, кись-кись. Время истекло. Опа. Идите убивать мутант. Но. Да, лопата, неплохо. А у всех достаточно. Может, реально за берсеркера попробовать порубить сам? Как думаешь? Оп-оп-оп-оп-оп! Я понял. Там сзади какая-то жесть, да? Доведите дело до конца. Вперед! Вот,
О. Ну, красавчики, пошли вон. Намного лучше. Мои глопопы. Нормально. Кстати, уже 630. Да кто меня... Ах ты мразь. Пошла вон, сука. Маленький кричалок пиздит. Веселый, веселый чувак. Чувак веселый. Не, берсерк это неплохо, особенно в этом испытании, мне кажется. Берсеркер. Безупречно. Вообще легко. Тысяча. У нас. Здорово, когда никто не гибнет, а? В кармане. За сколько можно продать лопату? За 400, да? О, за сатыбу. Только бы не сглазить. Чувствую себя хорошо, спасибо. Я думала, хардин платит лучше. Так, смотри. Ну, тут калаши дальность побольше, и урон побольше чутка. Как сказать, чутка. Ну да, чутка. Берем калаш, выбора больше пока нет. Поспешите, приближаются мутанты. Там слишком много патронов здесь. Осталось. Так что лучше... Поддерживайте безопасность в зоне. Поберечь немного. Оп. Сейчас посмотрим. Где эти гаденыши тут скрываются? Мои патроны. Ну, ребята. О, там уже пошел замес, уже 111 осталось. А мне? Ставьте мне хоть чуть-чуть. Понятно. Мне это уже начинает не нравиться потихонечку. Совсем чуть-чуть. Совсем чуточки. Ну-ка, пиздюки. Вон, пошли. Один уже покинул игру. Ух ты. Заглюки. Какие-то нездоровые заглюки. Нукша. Вымахивайся. Еще мне тут будет. Так. Пердешь, но я не думаю, что он особо сильно. Туда гранату вам. Еще одну. Так, из меня сейчас боец, ну такой себе. Средней вонючести пока что. Упс. Тридцать пять хотя бы на то. На том спасибо. А ну-ка, пошли вон. Хорошо. Заходите ко мне. Отлично. Карина уже открыта. Славно. 860 патронов. Мне нравится, когда все возвращаются. Ну, это совсем говно пушка. Ну, с ней вообще невозможно играть, серьезно. На 600 можно, не знаю.
Купите броню. Вы мне нужны целыми и невредимыми. Если это продать, и то продать, можно будет купить какой-нибудь пулеметец неплохой. Неплохой. Но я, пожалуй, воздержусь. Все, отлично. Остальное все, так сказать, найдем. У нас почти не осталось времени. Остальное выбирайте. Все найдем. Разыщем. Раздрищем. Жесть какая, а. Да. В таких вот уголках, закрытых, которые на первый взгляд-то особо-то и не видны, да? Очень любят разработчики что-то прятать, микать и так далее. Шанс. Мне кабину отключать. Обеспечьте безопасность в зоне. Такие тугрики плывут. Неплохо. Сюда я смогу запрыгнуть, нет? Так, вижу, вижу патрончики. Пук. Друг вывалился, неплохо. С юморком, ребята, с юморком. 350 монет, ты что, я хочу? Конечно, хочу. А ну-ка, по твоей жопе лысой. Запильческой. Оу, это все мне, можно я все заберу? Нано-запильщики, нано-петухи какие-то бегают. Серьезно? Ребята, вы прям... Вы же прям... О, легко и просто. Ты посмотри, реально. 7,62 калаш. Неплохо. Текс. А, можно короткими чередями, можно длинными, типа... Давай. Этот чувак, он реально по размерам как маленький какой-нибудь там, не знаю, чихуахуа. Ой, пардонте, или фра-фра-фра-фра-фра, мусульский бульдог. Как-то так. Издевается, вообще не могу, невозможно. Ша. О, ребята, хоть посерьезнее пошли чутка, да? Оп, мимо. Промазал. Ну, давай, раскройся. Оп. Такс. Отлично, тут чем меньше жизни, тем ты меньше сам становишься, да? Как я понимаю, я что-то сильно уменьшился. О, нормально вырос. 1700, ты серьезно? Это же офигительно, 1700, это же целая толпа денег. Вы деньги заработали, а теперь тратьте. Хочу купить. Вот этот пулемет сколько стоит? Ага, 7. Так. Автомат 60 патронов, у этого 113, у этого 460-600. Блин, слушай, у него... Что у него? Как дела, бойцы? У этого... Темп стрельбы чуть пониже, но урон чуть повыше. Ну, там совсем снова чуть-чуть. Снова появились мутанты. Очень скоро кабину придется закрыть. Основное оружие времен войны, альтернативный огонь, медицинские дротики для лечения членов отряда, вариант. Помогло. Сенсим пистолет с полным фаршем. Время почти истекло. Неплохо. Скорее. Кому деньги надо? Пулемет. На все. Время истекло. Идите убивать мутантов. Давайте начинать, ребята! Ну, хоть чуть-чуть, с патронами чуть получше, чуть поинтереснее, да? Ух ты! Слушай, вот это совсем другая вещь. Совсем блин, другое дело. Серьезно, это совсем другое дело, а?
Отлично, слушай. Это мне нравится. Есть кто? Ух ты! Так. Тут ребята обнаглели чутка. Как плохо все. Не рассчитал. Не рассчитал. Мне то ли что-то заглючило, я встал на месте и не мог двигаться. Серьезно. Это вот гиперпечально, вот совсем. А может быть, у меня и пальцы мимо кнопок промахиваются, может быть, я реально. Я тоже рад, что я вернулся. Ну слушай, Скар может взять. 30 на 370. Ну так посерьезней. По, у тебя по урону. Ну да, посерьезней будет. Основное оружие. Тра-та-та. Ты кричит по кнопке альтернативного огня. Под... Ура! Цельный кусок. Спасибо, глупыш. Ну так. Надеюсь. Когда уже движуха начнется? С патронами все совсем печально. Метели монстров. Мне нравится. Совсем не отвлекаемся, черт побери. Поспешите. Приближаются мутанты. Нифига ты прокачанный чувак какой-то. Только бы не сглазить. Кабина закрыта. Ничего-ничего. Пойдите, отличитесь. Сейчас будет спавниться. Ох, броня целая. И патроны прям целую толпу нашел. Да кто хоть? Мои патроны. Ну-ка. Крикливая срака. Давай, давай, раскрывайся. Я тебя жду. Оп. Мизантроп. Такс. Тут жестковато все начинается. Чуть-чуть. Отлично. Слушай, неплохая пуха. Неплохая. Мне кажется, с ней даже на босса можно идти легко и просто. Легче легкого, ёпта. 88 человек у меня все убито. Сейчас их количество резко возрастет, так сказать. О, револьвер, нифига себе. Видимо, тут кто-то кинул кони. Патроны, еще броня. О-о-о-о. Вообще красота. Самый прикол в том, что нам не добавляется, по идее, по 102 патрона должно. Еще какая-то пуха. Дробовик. Прикольно. Он, по идее, стандартный должен быть, да? Посмотрим. Ох, неплохо. Разрешите, молодой человек. Текс. Срака. Я говорил, что это мой ящик с патронами. Неплохая вещь, кстати. Вижу еще. Так держать. Когда закончите, я открою кабину торговца. Ну-ка сейчас. Ничего так, ничего так, чего я могу сказать. Ты заебали вы меня! Запиливают и пилят, и запиливают, и закусывают, и за... Пардоньте. Сейчас, 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 поправлю, секунду. Секунду, молодой человек. Намного лучше. Ничего так медленно-то, а?
боги Асгарда, да давай уже отлетай. Ну, другое дело. Отлично. Вам предстоит серьезный бой. Вы вышли, но определенной ценой. Сейчас. Чик. Так, смотри. Я могу сбросить немного груза. 15. Блин. Два револьвера и этот. Два пустынных орла, 4 кило. Два дигла подобрал, серьезно? Ты чё, блин, в банке работаешь? Спасибо. Сколько этот весит? 6. Как раз 6. Оп. Мне нужно больше денег. И два дигла. Оп. И автомат. Вот этот, да? Тут это же берем, да? В любом случае. У нас почти не осталось времени. Опа. И вот. Так, оп, оп, оп. И на что бросить деньги здесь? Просто интересно, просто интересно. Сейчас, секунду. Время почти истекло. Скорее. Какой-нибудь. Как у бойцов с патронами? Хватит, чтобы целую кучу... Приближаются еще мутанты. Отлично. За дело, друзья мои. Кто это у нас? Оу. Чувак, у меня такая шапочка, как у тебя. Может, ты меня не будешь трогать? Ох, мне это не нравится. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ого! А чего их так много-то, а? Ёпта. Ёп твою дивизию, вот это ты пёс. Жёсткий. Серьёзно. У нас игрища, конечно. Жесткие. Король отбивальщиков. Сэр, король. Как раз обоим хватает ровно на то, чтобы одного отбивальщика. О, ворота заглючили. Прикольно. Прикольно. Че, все живы? Все живы, отлично. Вот это было жестко. Он просто ко мне подкрался сзади и все. И я вижу только одни куски текстур. Двое вылетели, вот это жесть. Не, король отбивальщик, вот, наверное, самый жестокий тип. Типок, так сказать. Да? Один остался. Да ладно! Не, ребят, вы чё? Так не играют, так нельзя. Вы чего? Всё, жопа. Можно я воскресну? Я бы ему сильно-сильно помог бы. Вот очень сильно. Тебя себе. Рики ещё может стрелять. Сколько у него жизни? 27 всего. Ну ладно, поправили. О, ребята, пришел с приветом отбивальщик, бурильщик. Не, он не выиграет уже однозначно. Ну вот, собственно, он и не выиграл. Ладно, сейчас продолжим. Какой он злой, ты посмотри на него, а? Так, погнали. О, высадка среди мутантов, карта. Неплохая, кстати. Укша. А ну, кша, пошли вон. Этот чувак мне патронов дает. Ой-ой-ой-ой! Тю-т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 ю! По головам, по головам, по головам! Ч-ч-ч-ч-ч-ч!
Ух, нравится мне эта карта. Она мне давно уже знакома. И я могу отлично много хедшотов раздать, так сказать, за одну партию. А ну-ка. Фу. Они как маленькие вонючие собачки мою ногу, которые пытаются трахать. Серьезно. Пошли вон. Вон, говорю. Так, понятно. Пшел. Ой, что-то нашел. Оп. Идите в кабину за снаряжение. 883, слушай, неплохо. Вы убили больше всего мутантов. В следующем раунде я могу себе купить уже что-то дельное. Текс. Текс. Оп. Оп. Тихо. Молодой человек, умрите, пожалуйста. Будьте так любезны. Вонючий, вонючий, сука, клопендрий. Серьезно, вонючий, блядь, сука, в теле воздух от него воняет, блядь. Мразь, грязь, а ну-ка, фу. Фу. Пожалуйста, не воняйте, сударь. Блин, как же мне нравится эта карта, серьезно, она прям такая вся понятная, вся видная. Это же круто. Команда с уже 13 уровня медали. И ко мне никто тут в такой сильный прям расплох подкрасться не может толком-то. Нет, просто круто. Пся, да? Сейчас, чуть-чуть. Сударь. Ой-ой-ой-ой, вот это я не подрасчитал чутка. Немного совсем. Совсем немного не подрасчитал. Молодые люди. Сука, еще наболевали. Лечись, падла. Лечись, курва. Все, мне жопа. Мне жопа. Ой, ну, сам виноват, мало купил патронов. Бывает. Ну, хотя, с другой стороны, я почти пережил. Практически. Это было неплохо. И смотрю, на 792 опять ни на что не хватает. Да ёшкин матрёшкин. Безупречно. Кабина снова открыта. Пополняйте запасы. Так. Мёртвые меньше зарабатывают. Стремитесь умирать пореже. 792, да я и ничего и не заработал, ёпты. Что уж там. А мы с товарищем по команде не помешает лечение. Не отвлекаемся, чёрт побери. 792. Проверим здоровье бойцов. Ну, давай, наверное. Кто тут? Нет, у нас сумчатый наш. Ваши товарищи по команде неважно выглядят. А где они? Так-то лучше. Маловат, да, был, маловат. Нравится, так. Когда вас на куски рвут? Купите броню. Попробуем продержаться. Наслаждайтесь перерывом. Попробуем продержаться на этом. Так сказать. Только бы не сглазить. Потому что я хочу в следующем кону себе купить либо скар. Мне он очень, кстати, понравился. Либо пулемет. Он очень-очень по нему понравился. Ну, смотри, в принципе, патроны-то еще. Еще мутанты. За дело, друзья мои. Вот какие-то есть, тогда я думаю, пока. Люди, здесь патроны есть. Были. Не вопи, чувак, не вопи. О, голожопи, ёпта. Обижал-то. Ох-ох-ох. Эх, пиздюк. Отлично. Ну,
Да бывает, что 7% как раз не хватает катастрофически. Сука, вонючий клоп. Бегом. Семестри, отлично. Хорошечно говорю. Да давай, блин. Ч-ч-ч-ч. Не кусай. Не кусай. Не кусай меня. Стрёмная херня. Не надо меня, пожалуйста, обездвиживать. Мне не нравится, когда меня связывают. Это не БДСМ же игры какие-то, а? Серьезно. Чутка подрасчистили, так сказать, да? Давай же, сученька. Лечись. Чего-то все-таки маленькие, ребята. Как, молодые люди, я к вам. Молодой человек. Постойте, не убегайте далеко. Там, по ходу дела, какая-то жопа назревает. Чуть-чуть совсем. А, нет, все уже нормально. 1300. Отлично! Славно! Здесь же, нет? Хорошо действовали в команде. Потрясно. Блин, 40 не хватает. Сейчас бы сатыгу лишнюю, да? Паршиво выглядите. Обратитесь к врачу. Так. Здесь еще должна быть пулеметка где-то здесь валяться, да? Вот она, отлично. Сука, сейчас же он ее соберет. Пидор. Грязь. Теперь тебе лучше? Предлагаю вам купить броню. О, боже. 1300. Ребята, совсем чуть-чуть денег, блин, совсем чуть-чуть. Заряжаю. Он что-то пикалик валяется, да? Да? У меня тут классное оружие. Заебись, оружие. Поспешите, приближается. О, быстрее, беги, падла. Нравится, когда вас на куски рвут? Купите броню. Есть. О, это было жестко. И на последние, прям на копеечки, на вонючие. Докупил. Патронов очень мало. Но что поделать? Таки что поделать? Так, дама. Пошли в опизду. Ребята, это мне что-то не особо нравится. А, во. Толстяки пошли. Вот они, блин, три толстяка, да? Есть контакт. Живем. Патроны, пожалуйста. Мадам. Буду не против. Не, слушай, с такой пухой можно здесь бегать. Вообще даже не опасаюсь. Ну, пока, в смысле, патроны не кончились. Могу ничего не бояться. Как только патроны закончатся, будет печально. С пеклем особо не настреляешь. Ребяточек, котяточек. Ой, 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 ой.
Там сзади меня все хуёво, да? Рада, что вы справились. О, отлично. Здрасте, господин Толстосу. Не забудьте свои деньги вложить. Господин Толстосу. Да пиздец, у меня 797. Наслаждайтесь перерывом. Толстосум ли вообще? О, я его тоже, кстати, заметил. Так. На 5 хат пополнить, ёпте. Ну давай. Чё ж поделать? Ну броня. Там броня, вся херня, да? Опа. 30 секунд. Нормально, нормально. Сейчас совсем разберемся, сучки. Кабина закрыта. Пойдите. А у меня все патроны есть, и так уже всего полно. Всего навалом. Ну, кроме гранат. Теперь тоже, в принципе, нормас. Ну, в любом случае, теперь у меня никаких проблем, так сказать, с хепе. Точнее, с патронами быть не должно. Их много. Вон этот, как его один. Прыгает, сука, на меня, да? Сначала женись, потом запрыгивай на меня. А, на меня наблевали. Ой, на меня наблевали, на меня наблевали, наблевали, наблевали. Господа, у вас наблевательское отношение. Да, не самый прямой пулемет, но ладно. Тихо, меня сейчас тут могут трахнуть. Намного лучше. Говно. Чё так, а? Чё так жестко-то? Чуть-чуть не хватило. Совсем маленькую писечку, блин, вот. Блин, вот чуть-чуть до перезарядки. И я бы был просто на коне, на конском коне. Как говорится. Ну ничего, ничего. Так. Вы погибли. 1220. О, спасибо, ребята. Вот это по-джентльменски, блять. Мой пулемет мне вернулся. Просто шикарно. А, вот что значит люди, ребят, хорошие. Купите броню. Вы мне нужны целыми и невредимыми. Нашлапай сюда патронов. Ну, броню, блин. Блин. Еще успею. Сюда опять идут мутанты. Как говорится, собирайте вещи. Возьмите броню, если, конечно, вам не плевать на свою жизнь. Не плевать. Это правда не плевать. А, уже есть шалопай. Секунду. Тогда секунду. Толкаем. Интересно, а можно ли наверх влезть? Бум. Обеспечьте безопасность в зоне. Нормально. Все просто шикарно, и бабок вполне хватает. Так, тут патроны. Не стал брать. Пусть будут. На прозапас. Классно. Что? Но мне чуть плохо, чтобы булыжник не упал. Серьезно, ребята. Что за фигня? Нихуя вы. Резвые. Вам зелье, а? Офигенный пулемет. Пулемет просто 10 из 10. О боже, 10 из 10. Сначала прилично. Скажем так, вы размялись. Нормально. Да, перезарядка пусть долгая, но... Да кто хоть? Шла вон, сучка.
ты мне больше не нравишься. Хоп. Очень надеюсь, что никто на меня не выскочит внезапно и не покажет мне, так сказать, где рак, где раком зимуют. Я тут, ребята, я тут. Подходи по одному, сука. А можно и толпой? Мне так даже интересно. Ну? Ну. Че, серьезно? Я же стоял в этой зоне. Пук. Хе. Смешные вы, ребята. Ну и что, кто еще на меня? Все? Почти все готовы. Ну-ка, ша. Есть кто еще? Желающие отхватить еще есть? Там... А, все там? Понятно. Ну, ой. Не пугай меня так больше никогда. Это последний монстр. Идите к указанию. Все. И пополняйте запасы. 1500. Опа. И 4 гранаты. Опа. Че еще будет больше гранат? Товарищам по команде не помешает лечить. Че ты творишь-то, дурень? Проклятие, у нас погибший. Так-то лучше. Серьезно? Самовыпилился? Ну ладно, ладно. Все. Так, за сатыгу, наверное, надо загнать, да? И как раз мне хватит на скар, либо на... скар. На скар. Так. Ну, давай, наверное... Серьезно, одна обойма так дешево стоит? Остальное все доберу. Остальное все доберу во время бойни непосредственно. Поспешите, приближаются мутанты. Ну? Что? Почему? Интересно, что будет, если найти все скрытые вот эти фишки? Вспоминаю свой первый концерт. Тебя как будто нет. Ну, бронька. Шикарно. Опа. Ну, ребят, вы где? Где вы? Все же хорошо, ребята. Все же просто замурчательно. Вы че? Да. Меткости тебе не занимать, чувак. Обосрал сток в путь. Ну что, тоже ничего так винтовочка. Но мне нравится. Снова попадание, можно сказать, вырубает. Да чтоб тебя... Что-то задумался, заразмышлялся о смысле жизни, блять. Времени попытались уже трахнуть. Тунч. Не-не-не, командос тоже нормальный. Нормальный класс. И, в принципе, все классы нормальные. Некоторые чуть поинтереснее, другие. Ну, в моем случае. Другие не такие интересные в моем случае. Потому что у каждого же есть свой... свои, так сказать, пристрастия в игре. И орёт, блять, ходит. Мелкая, вонючая, и орёт еще. Только в путь. Отлетает жопа. Ничего так. Хорошая вещь.
Серьезно, хорошая вещь. Кому там лечение? Полечить-то вряд ли смогу, конечно. По самому? Все живы, хорошо. Да ладно! У меня было херово тьма брони, их херово снять тьма всего. Серьезно? Все, ребята, вы меня выбесили, серьезно. Сейчас, блядь, беру автомат, пулемет. И иду просто всем насовывать. Это пиздец какой-то. Какой-то пес, блядь, нахуй, выжег мне все ХП и всю броню. Да что за пиздец? Ты серьезно? Это, блядь, нормально, что ли? Это нихуя не нормально. Попытку подорваться и забрать вас с собой. Это неприятно. Где-то здесь я помер. Проверим боезапас. Где-то здесь я, к сожалению, кинул кони. Видимо, мою пушечку подзабрали, да, слегка? Ну да, по идее. Но она слишком крута для того, чтобы ее не забрать. Если бы ее не забрали, я бы слегка офигел. Ладно, 30 секунд осталось, не будем выдумывать. Сколько стоит наш револьвер? Это ж... Что я нашел? Два дигла, типа. Да, два дигла. Ну-ка. Просто интересно, как они палят. Интересно, можно ли наверх влезть? Прикольно. И мне чутка. Мне не особо надо. Нравится, когда вас на куски... Так. Купите броню. Мне это тоже мусор не нужен, спасибо. Сойдет. Идите убивать мутантов. Ну и два дигла пусть будут. Чё-то они слишком уж... Не подпускать мерзость слишком близко, рот, они самое... Да, да, да. Два дигла, что-то они охеренные какие-то, да? Все, теперь на патронов на всем достаточно. Дробовик. Тор. Дробовиктор, да. Я это именно и хотел сказать. Где мерзость-то? Молодые люди. Мне бы, блядь, брони бы чуть-чуть. А везде одни патроны. А мне бы брони чуть-чуть. Я бы патронов-то у меня навалом. Полные, блядь, загашники, серьезно. Что-то так воняет. О! Не надо. Молодые люди. Там очень сильно воняет. Так сильно воняет, что ж. Бьяч, кто-то написал. Где этот гад? А, вон. Понятно. Зажали толстячка-боровичка, а? Неплохо я ему укашиваю, кстати, тоже. У-у-у, ребята, дело плохо. Тон-тон, тон-тон-тон-тон-тон, тон-тон. Тон-тон-тон-тон, тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон, тон-тон-тон-тон. Такс. Не особо мне это дело все нравится. Особенно, когда это дело бежит на меня. Так. Понятно. Эта дрянь еще и воняет, блин. Так, молодые люди. Всегда отлетел. Ну, я очень надеюсь, что мы сейчас выиграем. Я ему отснял неплохо, так сказать, жизнь. Снова...
Нафига в немецкой форме чувачок бегает? Ну да, да, он мне почему-то очень как-то приподжал так нехило. У него... А, ну на голове больше ничего нет. То есть, у него в голову можно неплохо фигачить. Спасибо. К сожалению, я вылетел, ну. Что ж поделаешь? Что же поделать? Глянь за то, какой ему крутой ствол оставил, а? Глянь, человек поливает, как боженька, блядь. Иногда. Ой, минус один. Человечек еще. Давай. Сейчас ему в голову можно носовать неплохо, а? Ой-ой-ой-ой, нашему Гансу, так сказать, и Инричу. Мне кажется, жопа сейчас будет. Вон, блин, это говно от толстяка на этом. Нифига, глянь, какой бежит! Хопа, 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 хопа! Ё, а чё с ним? А, это типа, эти, как его... понятно. Всё понятно, молодые люди. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Never is a dancer. Та-ра-та-та-та-ра-та. Давай. Где они? Ну же. А вот тут толстячок, мне кажется, сейчас он чью-нибудь душу-то и заберет. Потихонечку. Минус один еще. Вымер от этого вонючего бегуна. Блин, ребята, ребята, вас четверо осталось. А у этого петуча... А, у него брони, кстати, больше нет. У этого бомжара жирного. Это хорошо. О, глянь, Диглов разносит, неплохо. Так. Танцуем, девочки. Так, тут ничего интересного, ничего интересного. Вон он. Вон он, жировичок, боровичок. Все, ему сейчас будет жопа, ёпта. Хотя не, слушай, он сейчас же может сейчас завонять его. Ну давай же. Отлично, уже такой маленький бежит. Хорошо, что он не лечится, иначе было бы вообще жесть. Толстяк, как и спит, не лечится. Ну да, да, отрава от него немало. И он все за время все меньше и меньше становится. Вообще подло, по-моему. Как-то дюже. Такс. Отлично. Ребята, я в вас верю, у вас четверо осталось. Же. Да, четверо вроде. Или трое. Четверо, все еще нормально. Все еще впереди, ребята. Ну давай же. Ребята, у него уже чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Да, он может дико навонять. Но я бы здесь уже рискнул бы. Такой мизерный. Такой пи-пи-пюсенький бегает. Такой бу-бу. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Такой маленький. Такой милипиздричек. Ну как этот. Как маленький бульдог. Английский. Французский. Да любой, похрен, любой маленький бульдожик. Кстати, глянь, от лава урон-то не получает. Ну а что, все остальные не хотят помогать им? Оу, здесь у них, я вижу, свои какие-то. Приколы. Насколько я вижу. А где же жировичок, где толстячок жировичок? А вон он, еле из воды виден. Такой маленький, такой бубузенькая такая. Ему все тяжелее и тяжелее становится попасть, но мне кажется, вот раз мы затащим, выиграем. Во-в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 о, чувик, он за тобой бежит. Да, за такими сиськами ты бы не побегать, это грех. Так, вот он. Знаешь, чем он меньше становится, тем он кажется
безопаснее, знаешь, так слабее. А по факту нифига, у него уже сила как от большого. Все. Лопнул педрила. ГГ. Fuck you. Да, детка. Fuck you. Ну, спасибо, ребятушки, за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующих выпусках увидимся. Это было действительно тяжело. Мне далее что? Мне что-нибудь дадут? Личный рекорд, убитый ножом, пекалем, тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та, все это фигня, тубрики, рубрики. Опыт 13 уровень, стрелок 6. Ага, то есть здесь играешь за один уровень, так сказать, тебе за одного определенного типа, я не хочу, а за один определенный тип персонажей, а попадаешь... Соответственно, прокачиваются все одновременно, как я понимаю, за определенные какие-то достижения, да? Все, теперь точно. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Убитым мутантов с двумя мечами 50 тысяч нам дали награду. Сейчас хранилище нам откроется. Оп! Есть. Оп, оп, оп. Да, увидимся в следующих сериях. Мне очень нравятся эти выпуски. Где мой, блин, ящик? Ящики, защики, вы где? Нет, это что-то жаба поддушивает слегка. Сие юзать, так сказать. Сие юзать, так сказать. Вот, ну, нам написано, типа, в следующем... Может, придется перезайти для того, чтобы... Ну, кстати, когда перезаходишь, тоже не все появляется. В любом случае... Все, всем пока, и скоро вас ждут новые интересные игры. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Еще увидимся.